из далекого края шлю сердечный привет в день Рождества Христа. Пусть сияет вам свет. Только очень нужно нам Иисусу верить. Он откроет в небеса верным детям двери. Чтоб любви нам возрастеть, не желать, не дразниться, покажите нам Христа, папе, маме, братья. Расскажите нам о нем, не теряйте случая. Мы Иисуса тоже ждем, его слово слушаем. Подражать мы вам хотим, добрые родители, и без нас вам не войти, Божие обители.